Всем добрый день. Продолжаем цикл «Музыкальная прогулка» с композитором Семеном Рабаевым. Мы с вами сегодня гуляем по Ростову-на-Дону. Город очень такой красивый, интересный. И, конечно, чем мне нравится город Ростов-на-Дону, тем, что он зеленый, тем, что он очень многолюдный, тем, что он с очень красивой архитектурой. Вот сзади меня дворец для детей. Вообще очень-очень много лепнины, там вот у них зал. Мы с вами сейчас находимся на улице Большой Садовой. У них очень много хороших, красивых, культурных, цивильных ресторанов, кафе. Есть дорогие, есть недорогие. Есть даже такой, переходим с вами тихонечко дорогу. Мы ничего не нарушаем, зеленый цвет. Поэтому идем смело. Вот. И хотелось бы отметить, когда у меня стояла дилемма, где играть. Ну вот, сколько мы не гуляем с вами, вот, кругом зелень, деревья, их точно вырубать. Вот тут вот. А какая это улица, молодой человек? Вот, вот так вот. А? Газетный? Газетный переулок. Мы сейчас с вами будем гулять по Большой Садовой. Газетный переулок. Спасибо, таксист подсказал. Вот. И что хочется отметить. Очень широкие улицы. Очень широкие тротуары. И даже несмотря на то, что сейчас день, очень многолюдно. Конечно, если говорить про другие города, где мне нравится играть, и в том числе, конечно, и город Пермь, но, к сожалению, на Урале у нас очень часто бывает холодно. Я бы хотел сказать про Казань. Казань, конечно, сегодня занимает лидирующее место в Российской Федерации по туризму. Вот. Но на самом деле очень много людей идет. И мы сейчас с вами будем идти по подземному переходу, вот кругом вот лепнина, вот, вот даже такие зелененькие домики есть, зеленого цвета. Я не знаю, почему они такие, но тем не менее, там, кстати, администрация Ростова, вот, и, конечно же, кругом вот такие даже маленькие-маленькие клёнчики. Видимо, они хорошо тут приживаются, вот, люди практически здесь, я не видел, чтобы нарушали, ходят как положено, и, конечно, то, что я заметил, очень много детского населения. Сейчас я тороплюсь уже играть. Приходите все на Пушкинскую, напротив Ростелекома. И еще несколько дней я в Ростове-на-Дону с любой ваш друг композитор Семен Рабаев. И будет обязательно репортаж.